Всем привет! Меня зовут Оля, я из Тольятти. Приехала в глаз-центр, потому что была слепая как крот, ничего не видела со своим зрением, -3,75. Но спасибо Алексею Валерьевичу Оксину. Ой, Алексей Васильевич, извините, он меня прооперировал. И сегодня вижу 100%, так что всем советую. И не бойтесь, не больно, не страшно, все хорошо. Меня, например, лично больше пугало то, что будет после операции. Ну, как видите, прошли сутки, я жива-здорова и все хорошо, так что приезжайте, чтобы тоже видеть, как я.